Всем привет, это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем, почему собаки вылизывают лапы. Собаки облизывают лапы, подушечки лап и между пальцами по нескольким причинам. Если ваша собака привередливая, любит ухаживать за собой, то скорее всего она лижет свои лапы при входе домой, после прогулки на улице, приема пищи или иногда перед тем, как поспать. Но если собака все время лижет лапу, то это признак какой-то проблемы. Повреждение лапы или наличие застрявшего постороннего предмета способны объяснить резкое проявление изменений в поведении, выражаемых в лизании лап. Собака, возможно, наступила на что-то, вызывающее дискомфорт, например, острый предмет или горячий тротуар. Животное могло быть укушено насекомым или же другим животным. Или это просто застрявший или прилипший на лапах предмет, или вещество, требующее помощи человека, чтобы его убрать. Аллергии часто вызывают зуд или раздражение подушечек лап, в результате чего собака чрезмерно облизывает их. У многих собак бывает пищевая аллергия или аллергия на окружающую среду, что вызывает дискомфорт в конечностях. Пищевая аллергия чаще всего вызывает зуд в лапах. Инфекции тоже заставляют собак лизать лапы. У многих особей развиваются бактериальные или грибковые инфекции лап. Эти инфекции могут возникнуть по множеству причин. Однако иногда они являются вторичными по отношению к аллергии. Когда собака сильно облизывает свои лапы, они остаются влажными и более восприимчивы к бактериям и грибковым спорам. Внешние паразитные инфекции, такие как блохи или чесотка, также могут вызвать зуд в лапах, что приводит к чрезмерному лизанию. Если у вашей собаки нет физических причин чрезмерно лизать лапы, допустимо, что у вашей собаки возникли поведенческие проблемы. Если вам кажется, что собака постоянно лижет свои лапы, начните с того, что хорошенько присмотритесь к ним. Осмотрите вверх и низ ног, а также промежутки между пальцами, области подушечек и вокруг них. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.